выбрать, наверное, самый хороший уголок у нас в Уфе. Я здесь уже 13 лет живу, ну и мои родители тоже 13 лет. Мы настоящие черниковские пацаны. Вот уже второй раз компания «Уфанет» проводит праздник «Черниковка рулит» здесь, в Черниковке, в замечательном районе города Уфы. На этом празднике можно было увидеть 12 площадок. Они были посвящены разным странам. На каждой из них посетители мог узнать что-нибудь новое интересное. Намасте! Это храм Индии, маленький кусочек Индии сегодня в Черниковке. Здесь специально для наших друзей. Я представляю площадку Англия, то есть здесь дети соревнуются в скорости, меткости и, в общем-то, в ловкости своей. А потом мы их посвящаем в рыцари самых лучших из них, чтобы они стали рыцарями Черниковки и несли доброту и свет. Вот как-то так примерно выглядит поза лука. Ну а находимся мы с вами на площадке Индии. Наша площадка знаменита тем, что здесь огромное количество всяких поз. Занимаемся мы здесь йогой. Каждый любой посетитель может присесть за любой коврик, и наш тренер Евгений научит вас пару легких упражнений. У нас самая замечательная площадка, которая занимается мехенди. Что это такое? Это мусульманский рисунок для невест и красивых знатных девушек Индии. А сегодня появилась возможность у наших девушек прекрасных нарисовать себе на руке вот такие красивые цветочки и различные рисунки. Мне рисуют цветок, который, ну, вначале большой, а потом он становится все меньше и меньше. Тематика праздника в этом году – это была Черниковка рулит, страна героев. На самом деле в Черниковке очень много замечательных героев, в Черниковке очень много замечательных творческих коллективов. И на этом празднике мы говорили о них, мы их показывали, они у нас выступали. И также у нас была площадка, посвященная так называемой стране Черниковка. Уфа и Черниковка – это было два разных города, и потом они в одно целое сомкнулись. Я давно живу, это как бы с рождения Черниковки. Вот сын у меня здесь родился. Черниковец. Все говорят, вот деревня, деревня, ничего, будет хороший, нормальный город. И люди здесь очень хорошие, добрые все очень, отзывчивые. Нравится праздник, очень. Праздник, да, нравится, конечно. Молодежь вон талантливый, нравится. Нам понравился больше всего танцы, как молодые девочки поют, очень талантливо, молодцы. Мне очень понравился концерт, и мне очень понравилось, где рисовали эмблемы Уфанет. Тут очень ярко, интересно, и тут много очень оранжевого цвета. Это праздник прежде всего для детей, для их души, это столько впечатлений останется у них и у нас, конечно же. Черниковка, мы недавно переехали в этот район, жили мы в Инорсе. Черниковка нам очень нравится, развитая инфраструктура. Мы уже который раз устраиваем такую площадку, как открытая студия городского телеканала ЮТВ. Сюда к нам может прийти любой желающий. Сегодня мы просим людей, чтобы они нам рассказали про свои любимые места в Черниковке, поделились своими впечатлениями об этом районе. Ну и, конечно же, передали привет всем своим родным и близким. А потом это можно будет посмотреть в эфире городского телеканала ЮТВ. Диана, за что мы любим Черниковку? Мы любим Черниковку за красивые места, зеленые парки, и у них очень много детей. Мне очень нравится тут гулять, потому что тут много людей, так интересно, тут много аттракционов. А лично меня вдохновляет памятник имени Ленину. Ленина. В Химике. В Химике. Да. На первом этаже, идем тоже сюда, многоквартирного дома нужно будет бабушке старенькой подключить городской телефон. Вы же уже помните, да, технически? Да. На втором этаже необходимо подключить кабельное телевидение. И на третьем этаже молодежь хочет интернет. Справитесь? Да. Ничего трудного нету. На этой площадке можно попробовать работу сервис-инженера, подключить кабельное телевидение, интернет и телефон. В этом конкурсе участвуют люди от 0 до 100 лет. Я как бы тоже часто дома что-то подключаю, и там можно выполнять по разъемам. Какого цвета разъем, такого цвета и провод должен быть. Форма разъема и такой же форма провода должна быть. У нас здесь борются единоразово любители по армрестлингу. Доказывают, кто из них сильный, смелый. Девочки, мальчики, бабушек, к сожалению, еще не было, но в основном молодежь. То есть молодежь Черниковки, расположена к спорту. Площадка у нас стрельбы из лука. Мы позвали известного лучника. Взрослые, родители, и бабушки, и дедушки все стреляют, всем нравится. Я же старенькая уже, очень старенькая. Ну, решила попробовать. Раньше вроде стреляла, ну ничего, получилось. Еще более-менее спасибо.
праздник мне нравится очень. Мне особенно нравится всегда, когда Уфанет всегда делает какие-то либо праздники, вообще молодцы. Я рада, что у нас есть такая компания Уфанет. Ой, нам очень нравится, хорошо, все прекрасно, и организация хорошая. Спасибо вам, праздник отлично удался, спасибо Уфанету. Черниковка!